6 мая 1945 года началась Пражская освободительная операция. Накануне в городе вспыхнуло восстание. Чтобы спасти Прагу от разрушений, тысячи жителей вышли на улицы, сооружали баррикады, захватили почту, телеграф, вокзалы, военные склады. 6 мая командование немецкой группы армий «Центр» направило против восставших танки, артиллерию и авиацию. В город вошли войска. Повстанцы обратились к союзникам за помощью. Маршал Конев отдал приказ начать наступление. Через несколько дней советские войска очистили столицу Чехословакии от гитлеровцев. Пути отхода немецких армий были отрезаны. Пражская операция стала последней стратегической операцией Красной армии в Великой Отечественной войне. До победы оставалось 3 дня.